Так, Владик и Бася едут за Люсей, да, Бась? Бась, давайте я с этой стороны объеду. Он туда смотрит. Он туда, он сюда, он где я, ты понимаешь, он еще тот артист. Он Люську высматривает такой раз, он же знает, где она. И он уже такой смотрит именно в том направлении. Сейчас. Но она не кричит, ты видишь? Зайдешь, выпустишь, или угу. Нет, а вместе зайдем и там, чтобы она увидела. Да, Бася? Едешь за своей подружайкой. Ой, люди, конечно, смешнючие есть. Написали. Говорит, вы что, как вы могли кота поженить на гамадриле? Я такая, думаю, ну неужели непонятно, что это шутка? Они просто как друзья, им интересно вместе. Да, играются вместе. Что никто, это, конечно, кота. Кнопка, манька. Никто кота не будет женить на гамадриле. Сколько приезжает людей, все смотрят отовсюду. Чебоксары, Москва, Питер, там, Улан-Удэ, кого мы сегодня так и не встречали. И все смотрят, все благодарят нам. Все узнают. Узнают, да, нам очень приятно, что люди говорят, что мы дарим радость. Значит, мы не зря ведем эти YouTube-каналы. О, Леокадия. Едет, выруливает. Даже вот видите, на простого как бы кота, да, который просто сидит у человека на голове. И то люди останавливаются, смотрят, обращают внимание. А Бася же здесь не был еще, он не знает. Тут идет подрезка деревьев. Ясик где-то на дереве, на каком-то режет, как птичка. Зайка, поставь, пожалуйста. Не нужно брать в руки никого. Спасибо. Петушки эти очень куры красивые, но они, ты видишь, у нас доверчивые. А после того, как мужчина засунул... Олег Алексеевич едет. После того, как мужчина засунул тогда, помнишь, в том году, в трубу несколько вот таких декоративных курочек, то я прям... Очень переживаю, когда даже куры бьют в руки. Добрый день! Здравствуйте! Выпускайте звезду нашу. Бася, пошли. О, Люси, и тут указатель к Люси, везде. О, все, слышит. Ну. Сейчас посмотрим. Сходи назад. Ну, скорей. Твой любимый Басик. Все. Ура. Скажи. Да. Все, скажи. Это мы. Ну. Все, довольная. Поехала. Теперь поехали, скажи, любимая, кататься. Кататься по парку, довольная. Да, все. Кота посадила, сама села. Теперь поедем. Смех и радость мы приносим людям. Немножко пару кругов сделаем. Да, а сюда давай поедем. Давай. Пусть она ж любит. Ой, ну Бася как сидит. Это что-то, командир корабля. А? Хорошо мы смотримся? Очень. Шикарно смотритесь. Шикарный паровозик. Это да. Люди будут в восторге. Не каждый день такое увидишь. Илюся. Илюся. Этим и славится парк Львов-Тайган. Потому что тут, конечно, да, Люся? Люся, раз такая, обезьяны как отреагировали, слышь, капуцины?
на Люську. Запищали. Ну так на полейке давай. Давай. А вон смотри, Олег Алексеевич. Пошли, он и за ним бежит. Гаврюша. А что, бадей нету, Юры, бадей? Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего. Покажи мне чекану, па. И он сразу чекач. Правильно. Все. Держи. Ну так она стоя стоит, понимаешь? Он лежит, а она... Нет, и там не... Тихонечко. Со всеми здороваться. Да, у нас в парке принято со всеми здороваться. Увидела Леокадию и Олега Алексеевича и побежала. Думает, опять заберут и не увидит кота Басика. Оп. Здравствуйте. Поехали, это... поехали. Да пусть покатается. Покатаемся, да? Ну, да. Ну ладно, давай. Она уже хватит сбежать. Ну она уже к Соне, да.